Друзья, ну это реально очень вкусно. Сейчас я расскажу вам о доставке. Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, и в Японии точно так же, как и во многих других странах, в том числе и в России, по воскресеньям некоторым лень готовить. И тогда используют, конечно же, доставку еды. В Японии это тоже очень распространенная штука. Еще до всяких Uber Eats и прочего здесь была своя доставка. Еще много-много десятки лет назад это все практиковалось. Доставляли рамен, вообще все что угодно. Так вот, сегодня я хочу немного рассказать вам, ну, в целом, о доставке, наверное, в Японии. Без каких-то там супер подробностей. Просто вы увидите, как это работает. И вот у меня здесь уже ноутбук. Я открыл сайт Домино. Есть такая пицца Домино. В России я тоже знаю, она есть, я даже как-то пробовал, мне не очень понравилось, а вот в Японии прям очень хорошо. Причем, что я пробовал у разных компаний, и больше всего мне нравится у Домино. Вы не думайте, что это совершенно никакая не реклама, просто я закажу именно сегодня ее, и вы увидите сами. В России, я думаю, самая популярная доставка это суши, либо пицца. В Японии же суши доставляют, но не такие роллы, как у нас, а прям именно суши. В целом это не очень дешево. Обычно это либо пицца, либо это курица. Знаете, вот эта корейская курочка тоже здесь в Японии очень популярна. Либо доставляют прямо вот рамен. Там по 1000 йен, например, стоит. Популярное приложение это Uber Eats. Тоже здесь есть. Но, например, 300 йен берут просто за доставку, плюс еще сбор. Также цены в самом этом Uber Eats выше, чем в обычном ресторане. Там на 5-20% в зависимости от ресторана. Поэтому получается в целом не очень выгодно, и зачастую, если ты не хочешь переплачивать в два раза, лучше вот просто выйти из дома и сходить вот купить, потому что здесь рестораны, кафешки, все вот эти вот заведения, которые как раз и доставляют, находятся прям, ну, на каждом шагу. Пицца тоже в Японии, можно сказать, практически золотая. Вот сейчас я вам покажу, я открываю вот Хайтацу, это доставка до дома, чтобы не идти забирать. Хотя, если ты забираешь, то тебе дают еще одну большую пиццу, просто бесплатно ты можешь выбрать вторую. Ну, сегодня выходной, мы можем использовать специальный купон, который позволит нам купить пиццу с 50% скидкой. Это все равно, что сходить и купить вторую, но вторая мне просто не нужна, я столько не съем. Вот, смотрите, по расценкам, да, вот можно глянуть. Пицца L размер, большая самая M, R, L есть. Medium, Regular и Large. Стоит вот 3800, 4200 йен, в зависимости от того, какую вы хотите взять. Вот 4200, это вот самые дорогие по 4200. Возможно, есть еще дороже, надо смотреть. Прям смотрю на эту пиццу и уже кушать очень хочется. Дорого. 4000 йен, это, ну, там, 3000 рублей где-то за пиццу. И причем такие цены на нее не только вот здесь в интернете на доставку, а в целом в Японии пицца довольно дорогая. Не знаю, почему так получается. Вот, давайте, смотрите, зайдем. У меня, в принципе, есть примерно стандартный набор, что я беру. Это вот, сейчас покажу вам. Это вот такая карби, говядина. Я ее выбираю L размером 33 сантиметра на обычном тесте и делаю half and half, то есть это половинка на половинку. И можно вторую половину выбрать на ваше усмотрение, тоже какую вы хотите. Это будет высчитываться в зависимости от того, какие у вас половины, но в среднем цена будет вот как раз около 4000. Есть вот такая вот spicy, это колбаски, пепперони и хабанеро. Вот здесь можно посмотреть состав, если у вас есть какая-то аллергия на что-то, можно все убрать. Ну, это вы сами, я думаю, знаете, на многих сайтах такое. Почему-то после того, как ты выбираешь half and half, все время сбрасывается размер, приходится заново L выбирать. И добавляем обратно в корзину. Здесь можно выбрать купон. Купон бокс. Видите, я жму, ничего не происходит. Хотя у меня есть купон на 50%, потому что сайт глючный. Поэтому я могу просто это загуглить. Есть сайт, смотрите, не оно, вот сайт с купонами. И вот, видите, до 23 числа, до сегодня, до воскресенья, работает 50% off на L размер. Берем, копируем, переходим вот сюда, вставляем и окей.
Вот, наша пицца выходит, получается, 1842 иены сейчас получится. Вместо того, чтобы я платил за это, там 3000 с лишним была изначальная цена. Вот, все, можно заказать. Ну что, друзья, наша пицца заказана, я оплатил картой, скоро приедет. Здесь можно посмотреть процесс приготовления, что сейчас вот только что ее приняли. И всю другую информацию расскажут о том, кто ее привезет и прочее. Ну что, теперь осталось подождать где-то, ну, минут 20-30 до того, как приедет пицца, и мы обязательно ее затестим, посмотрим, как она выглядит, попробуем. Вдруг кто-то из вас, когда будет в Японии, решит заказать себе пиццу. Так, друзья, наша пицца приехала. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Ага, так. Та-дам! Видите, половинка это пепперони с хабанеро, а половина это говядина с зеленым перчиком. Как я уже сказал, такая пицца стоит 1842 иены, потому что у нас 50% скидка. Но дело в том, что скидку дают обычно вот только по воскресеньям. В другие дни будет она вот около 4000 стоит, там 3500. Кстати, перед тем, как приступать к поглощению пиццы, хочу рассказать вам, что у нас вот у Кивами теперь есть 6 грейдов матча, новые виды. И видите, они в таких вот упаковочках, дойпаки называются, очень удобные, можно их закрывать. Это вот, например, High Premium, но есть еще Classic, Exclusive, можете пробовать. Матча есть не только у нас на сайте, но также на Ozon, Wildberries, какао тоже есть. В общем, я ссылочку внизу в описании оставлю, смотрите. Так, ну что, друзья, попробуем пиццу, немного поделюсь с вами впечатлениями. Начнем, наверное, с той, которая с говядиной. Вообще, пиццу люблю, но ем не очень часто. Прям время от времени только заказываю. Пицца прям хороша. Что я могу вам про нее сказать? Вот домино, она прям нажористая такая, хорошая. Много у нее топпинга. Можно заказать двойной топпинг, но по опыту я уже понял, что даже если заказывать не двойной, то его все равно здесь будет много. А если вы закажете, например, двойной, видите, здесь хабанеро, да? Тогда это хабанеро будет просто усыпано так, что все зеленое будет. Его просто будет переизбыток. А особенно, знаете, если вы любите на тоненьком тесте, вот есть такие, да, крисп или как он там называется, тесто, тогда там тесто будет меньше, чем начинки. И есть это даже неудобно, у вас все разваливаться будет. Ну, в общем, короче, так совершенно нормально. Попробуем еще вот это. Я потом уже все поем, конечно. Очень хорошо, вкусно. Привозят горячую. Иногда очень редко бывает, что привезут, она чуть-чуть уже подмерзла. Ну, редко такое бывает. Обычно прям горячую. Пробовал у других компаний, мне не так нравится. Но все равно, согласитесь, 4, даже 3,5 тысячи йен за пиццу – это дорого. За 1842 иены, то есть, ну, там, за 2000 йен. Ну, еще как-то более-менее. Это, в принципе, можно вдвоем есть. Поэтому по 1000, там, по 900 йен на человека за полную такую вот еду, за пиццу. В целом, ну, нормально. Средняя по Японии цена, ну, 3, там, 4 тысячи – это дорого. Сколько у вас стоит доставка пиццы, напишите, сколько вот такая бы стоила. Я даже не представляю, потому что я очень давно уже ел в России пиццу. Последний раз вот как раз домино ел, и не знаю точно, сколько она стоила. Вообще, если в целом говорить про доставку еды в Японии, то это, ну, невыгодно. Вот просто невыгодно. Проще пойти и купить, ну, действительно, потому что выбор не такой большой, не все до единого компании это делают, не все до единого рестораны. Получается, ну, намного, раз в два обычно дороже, чем сама еда. Макдональдс заказать, это вообще просто что-то золотое. Поэтому вышли, купили, где захотели. Тем более, большинство ресторанов, особенно сейчас из-за ситуации в мире, делают тейкаут. Даже те, которые никогда не делали, сейчас у них есть тейкаут. Пришли, 5 минут подождали, вам вынесли. Плюс можно через
приложение выбрать себе еду, нажать там кнопочку, что сейчас приду, заберу, и прийти к нужному времени, забрать, и даже ждать не нужно. Мне кажется, это, наверное, выгоднее. Вот. Не знаю, насколько часто вы пользуетесь доставкой еды, я реально редко. Здесь не поешь так, как, например, в России, потому что я знаю, что в России есть люди, которые только на доставке сидят. Здесь такой вариант, ну, не очень выгоден. Ну что, друзья, надеюсь, что было интересно. Это вообще первое видео, где я что-то вот из еды заказываю и показываю вам, поэтому я не знаю, как лучше его преподносить. Но в последующем, если вам такое будет интересно, можем вместе что-то там выбрать из меню, заказать, посмотреть, что придет, как оно придет и так далее. В последующем, возможно, и вам это будет интереснее, если вы приедете в Японию. Да и в целом вы узнаете, как это в Японии работает. Ну, в общем, пишите, что вы думаете. Посмотрим, что из этого сделать. А также напоминаю, что чай и какао кебаби вы можете заказать по ссылочкам в описании. Обязательно попробуйте. Это моя компания. Это не просто, что я кого-то там рекламирую. Это лично моя компания. Поэтому, покупая у кебаби, вы покупаете именно у меня. Так что пробуйте. Ну все. До свидания. Пока.